И в завершение о главных темах очередного выпуска программы «Мытищи православные». Един или троичен Бог? Как понять самый сложный догмат православия? И что мы видим, глядя на знаменитую икону Троица Андрея Рублева? Что важнее в православии? Вот это вот знание или же чувствами, верой? Я не могу сказать, что ум должен главенствовать. Бывает, эстетическое чувство подсказывает человеку того, на что разум не может найти ответа. Потому что люди не могут жить в мире, не обладая высокими духовными качествами. Стремясь к наживе, стремясь к превосходству над другими, они обречены на войны, они обречены на конфликты. А в Троице этого нет ничего, да, потому что почвы для этого нет, предпосылок нет. Потому что в Троице нет эгоизма, в нем нет страсти к превозношению. В Троице нет никаких этих пороков и страстей человеческих. Новый выпуск авторского проекта Дарьи Ильинской о вере и жизни смотрите на нашем телеканале в пятницу 18 июня в 20:00.